throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Всем привет, с вами Саш Тюнки, это уже шестая серия прохождения Street Legal Racing Gridline. И, в общем, сегодня мы построим машину, у которой будет больше 750 Prestige Points, и которая будет непосредственно участвовать в наших гонках. Это будет BMW, двигатель V8. На самом деле я не туда сейчас пошел, так что я выхожу обратно. Так, ну что ж. Покупаем мы BMW 36. Нет. Купе. Но нам надо не купе. В том-то и прикол. Или купе, я фиг знает, что-то тут. Что-то тут не то, в общем, с тачкой. Почему-то не прогружается она. Нет, это все не та бэха. Стоп. 540 ай. Это ты? Да, вот она. Все, покупаем классик. Так, ну что ж, раз мы делаем тачку под гонки, значит, нам нужна нормальная подвеска, которая непосредственно будет для гонок. То есть стрит. Так, смотрим. Супер рейсинг. Можно поставить эти. Да, давайте, в принципе, поставим супер рейсинг. Не пружинки тоже те же самые. Блин, я туда все нажимаю. Вот. Все, теперь тормоза карбоновые. Я всегда беру карбоновые тормоза, потому что удобно. Так, ну и вот эти вот суппорта. Так, колесики. Колесики у нас будут 18-е. Маловастенько 18-е. Хотя, фиг знает, ну-ка. Давайте посмотрим. Турес, естественно, HQ. Суперспорт. Нет, вот Тюнерс. R15, R19, R17. Вот такие. Посмотрим, что у нас сейчас выйдет из этого всего. Так, ну я бы сказал, колесики не маловатые, а даже большеватые. Давайте мы все-таки, думаю, поставим R17, потому что R18 большеватый. Берем R17. Окей. Нифига себе. А нормальные диски будут? О! 17 на 10. Допустим. И это тоже R17, да, вот? Ну, посмотрим. Ну, фиг с ним, пусть стоит. Да, пофиг. Ну, вот как-то так у нас выглядит. Машина? Не очень согласен. Блин, ну реально, что сюда, какие колеса ставить? Даже не соображаю. 15-е, 16-е тоже будут не сильно маленькие. Стоит только 15-е, это что, это у нас драговое все? Чисто для драга. Очень маленькая.
Не, ну все, короче, берем вот эти низкопрофильную резину, думаю, на одну гонку нам вполне хватит. Вроде Jax, Лов, вот низкий профиль, но он спорт есть, R19. Давайте R18 спорт найдем. А, тут вообще нету этого. R18 вообще нету, да? Понятно. Берем R19. Все, наконец-то прошла загрузка, которую мы ждали полмиллиона лет. Берем BBC. И спорт. Джаксовые спортивные шины. Ставим это все на кар. Опачки. Вот и попадос. Еще раз смотрим. Джаксер 19 у нас спорт. Ну, вроде бы они. Да. Ну, вот это уже нормально. Окей. Колеса у нас есть. Подвеской мы разобрались. Дальше разберемся с движком. Нам нужен мощный двигатель. Посмотрим сначала киты. Что нам может представить, допустим, вот это. Ну, его мощность составляет 455 лошадиных сил. Но это прикол, конечно. Это прикол. Ну. Нафиг. Нафиг, нафиг. Сейчас буду сам все делать, все как мне нужно. Ну, все остальное в стоке остается. Меняем вот это. Ой. Вот это меняем. Что это я снял? Это все на место ставим. Вот это вот снимаем. Продаем. Хотя нет, давайте что я. Давайте построим сами, попробуем. Я ни разу не строил R8. Вернее, это V8 движки. Вот пришло мое время. Самый дорогой, естественно, красный, как нет. Так, краншафт у нас. Prima GT пусть будет. Это Prima GT. Ой, этот Калленвал. Я вроде уже купил его, нет? Допустим. Пистонс, допустим. Башка. Так, ну. Right. Left. И непосредственно. Ой, а если я хочу вот это? Это у нас побаще будет это. А, ну не. Не получится. Ладно, окей, допустим, купил я вот это. Ну и GTO. Камшафты. Без вопросов. Так, вот насчет Intac Sustom я бы чуть-чуть подзаморочился. Так, Intac Manifold. Пусть будет экстра, фиг поймешь чего. 2854. Вот эта шняга выходит самая дорогая. Ну, возьмем ее. Опа. Вот это. Фуил.
Понято. Я что-то пропустил, нет? Только стопы. Поясно. О, какой красивый двигатель. Так, что я пропустил? Почему нельзя мне поставить Full System? Интак. Можно поставить Интак. Турбина. Вот в каком случае ставится турбина? Мне вот интересно. Суперчарджер — это хорошо. Вот он. Метанол. 8 дроссель. Только вот как его ставить? Суперчарджер. Кстати, я что-то поставил не так. Допустим, вот эту вот системку. Ну, допустим, мы ее сменим на... Ну, на эту. В этом случае мы сможем поставить суперчарджер. Вот этот самый такой нормальный. Ну, более-менее. То есть вот ставим это и это. И хорошая ртушняга получается, однако. Вот двигло у нас не рабочий. Это естественно. Так, engine V8. Смотрим, что у нас с фуилом. Twin. Так, ну естественно, twin. Без этого никак. И все, да? Да. Метанол. Ну, я не знаю, то и то можно ли ставить. Естественно, закись азота поставится. Ну-ка. Так, ну понятно. Ладно. Идем дальше. Фуил у нас стоит. Это тут у нас все есть. Трансмиссия. Ну, с трансмиссией что тут думать? Вот это и вот это. Миск. Что нам можно поставить в миск? Я не хочу, чтобы двигатель выпирало. Вот. Чего я не хочу. Но без этого, похоже, никак. Раз мы поставили суперчарджер, то его 100% будет выпирать, да? Да, его уже выпирает. Так что суперчарджер у нас все ясно. Ставим вот эту штучку. Во-первых, давайте поставим, возьмем радиатор, вот эту помп, вот эту штучку. Пусть будет вот этот. Вот это примы. Ладно, покупаем все. Ставим все. О, четко. Четенько. Так, движок. Движок у нас поехал. Это уже радует. Движок у нас работает, но его надо поднастроить. Верхние на минус, нижние на плюс, насколько мне не изменяет память. Нижние на минус, нижние на плюс. Мощность возросла. Да, фиг поймешь. Так, у нас с топливом чё? 16. Да ну, чё, ещё скорость не это.
топливом тогда на 14. Сорок один. Ясно. Ну, мощности в этой тачке, естественно, не будет. Но все-таки, если сделать вот так, ну или их вообще оставить просто в стоке, вот эти вот настроечки, и фиг там с ним. 641. Ну, не знаю, давайте сделаем все-таки мощности побольше. У нас получился не такой уж и драгстер, как я предполагал. Ну, что-то наподобие у нас получилось. Здесь мы больше можем дофига чего купить. Ой, сколько дофига всего-то можно еще купить, оказывается. Я что-то пропустил этот момент. Все. Купил. Все. Ну раз все, ставим. Мощность не изменилась? Нет. На мощность это не влияет, как я понимаю. Посмотрим. Ой. Посмотрим, не забыл ли я, нифига себе. Ну ничего, я вроде бы не забыл. Хорошо, берем. Так, это не берем. Берем батарею, Monster Energy, естественно. Хотя, в принципе, вот эти вот побащи, ну фиг там с ним. Лэл не нужен нам. Закись азота. Ништяк. Ну и пока что больше нам нифига не надо. Давайте мы все, блин. Отлично, движок собранный. Такое вот красиво вот так будет смотреться с этой машиной, надеюсь. И сейчас непосредственно начинаем сборку машины. Стоковая сразу ясно. Стрит. Вот тут-то мы и нифига не зависим. Делаем атак фронт. Как я понимаю, это самые более-менее бамперы, да? Left. Зендер, атак райт, атак рер, передний бампер, вот, вернее капот, я не знаю, ну давайте купим, сделаем ее облегченной, все карбоновое, все что можно карбоновое, все ставим карбоновое, естественно BMW. Передний капот фиг поставишь, поэтому. Что это? Set open. Фиг с ним. Давайте сначала все поставим, то что у меня есть. Так. Это лучше. Все, капот. Капот. Он портит всю картину, так что придется без него. Окей. Допустим так. Боди. Сток. Это вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Ну, зеркала, естественно, чё. М-стулы. М-стулы, зеркала, так. О. Всё. По всей видимости, машина собрана. Ну да. Вот у нас получилась такая вот пока что
Тачка, сейчас мы ее будем больше тюнить. Сейчас мы займемся стеклами. Так, ставим тюнет. Все, тинтед, короче. Тинтед. Фары нам нужны будут, только их тут что-то как-то дофига. Какие у нас задние фары будут стоять? Сток. Вайт. Лед. Так, короче, лефт. Лед лефт. Лед райт. Надо найти. Лед райт. Во. Передние. Генерацион. Смок. Райт. Yellow райт. Смотрим. Смок. Трунк. Это что у нас? Лефт. Трунк лефт. Ну, на всякий случай. Лед трунк лефт. И тут тоже LED. А то вдруг тебе не подойдут, что мы потом будем делать. Обычные фары у нас Chintais, фиг поймешь, Generation Stock. Передние фары у нас будут Generation White Right, White Left. Возьмем эти. И АС какая-то, АС шиша. И АС left нам нужно. Генерация right. А, не, вот мы взяли left, значит нам right. Короче, все, запутался я. Окончательно. Ставим тонированные стекла. Фары. С ним. Окей. Все, со светом мы абсолютно разобрались. Со всем вот этим. В боди больше ничего нет, кроме спойлера. Его надо поставить, как бы спойлера. Естественно. Поехали интерьер. Руль. Все-таки чисто гоночки берем это. Это не надо, педали не надо, это не надо, сец, ну, так как для гонок берем либо вот это, если не подойдет вот это. Roll bars у нас можно попробовать поставить, но если пробовать, то чё, вот это. Посмотрим, поставится, так поставится, нет, так нет. В принципе, это всегда. Так, а я что второе поставил? Фиг с ним. Так, все сиденье поставилось. И это почти. Так не пойдет, поедешь без этого. Все. Как-то так. Теперь займемся мы покраской. Для начала в черный, типа такой черный бумер, да, вот это вот все. Не, давайте фиолетовый какой-нибудь такой. По-моему, ей идет. Да, вот фиолетовый самый норм. Вот этой тачке оставляем фиолетовый цвет. Колеса пусть у нас будут розовые, что ли. Ну нафиг. Как насчет
голубого. Ну вот колеса будут вот этого цвета, моего любимого. А теперь... Ага. А теперь будем подбирать мы... цвет, в который была покрашена тачка. Вроде он. Окей. Вот теперь я точно уверен, что все покрасил. Вот, теперь точно, да. Ну что ж, настройка двигателя у нас все нормально. Можно завести. Работает как часики. Надо прокатиться, коробку я не буду трогать. Давайте прокатимся, съездим. Тест-трек. О. Ё-моё, куда я заехал-то? Ну, смотрим, чтобы движок сильно у нас не перегревался. Как у Драгстера, а так все нормально. Ну, не такой уж он и мощный. Такая уж мощная тачка получилась, но скорости вполне хватает, то есть... Вот мы без проблем набираем скорость, и, в принципе, нам на треке больше-то и не понадобится на самом деле. Вот этого вполне хватит, то есть на одну гонку движка, я думаю, хватит. Ну, нам стоит еще... Хотя нет, с развалом мы не будем работать, все так и оставим, колеса все так. Потому что, ну, управление, вот лично для меня, в какие-нибудь такие вот поворотики заходить без проблем, то есть. Выпрямлять легко машину, давайте доведем двигатель до полного убивания, покатаемся на ней. Ну, вот в такие вот, типа таких поворотов нормально, но не забываем, потому что там, как-никак, трасса будет сложная, и поэтому вот я сейчас врезался. Когда врезаешься, это на самом деле плюс 100-500 к арме на гонках. Самое главное это то, что эта машина не переворачивается. У нее 50 на 50 стоят эти те самые. Вот. Сейчас мы... Я вот хочу просто убить двигатель. Мы сейчас находимся где-то. Ну вот, в поворот, в принципе, я говорю, на ней заходить в поворот на ней без проблем. То есть вот движок уже красноватый, и на ней ехать уже не так комфортно. Заворот, значит. Если заворот, то нам нужно использовать тормоз. Давайте еще притормозим. Фары работают идеально, нормально все. Двигатель уже красный-красный. Сейчас, мне кажется, мы заглохнем. Все, она уже почти не набирает скорость. Едем, едем в соседнее село Стопудов. Короче, двигатель сейчас даст отказ. Летим на полный. В дрифте в поворот, как я люблю. На этой карте. Здесь без дрифта никак. Ой. Все, конец. Так, все, идем в гараж, короче. Так. Что-то у меня с голосом, да ладно. Все нормально у нас, то есть все с тачкой хорошо. Ну, то есть гоняться на ней вполне можно. Чем мы сейчас и не займемся, потому что в сегодняшней серии я должен был построить эту машину. И все, в принципе.
Так, ну что ж, в сегодняшней серии мы построили машину, довели ее до 750 престижа. На самом деле у нее 909 сейчас престижа, и поэтому все хорошо. В общем, все, на этом мы заканчиваем. Я, вернее, заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. С вами был Саша Чунг. Всем пока.